Да я почти всю жизнь спортом занимаюсь, начиная с детдома почти. Я в 7 лет остался уже, как говорится, без родителей. Что культивировалось, какой вид спорта там, сразу как-то у меня желание было, начиная с бега, и волейбол, футбол, плавание. В Сибирске я оказался после армии, после службы в армии, я служил во флоте на Дальнем Востоке 4 года. Физическая подготовка там отличная. Там в это время был вид спорта самый распространенный, это русский хоккей. Работал сварщиком на заводе «Сибсельмаш». Потом меня переманили как и более-менее спортсмена в пожарную охрану, постоянно тренировки. Ну, гимнастики пришел уже после пожарной охраны, когда я поработал там 25 лет. Ну, на пенсию пошел, и какая-то наступила апатия. Начались неудобства, немножко жир начался откладываться. Болезни начались потихоньку, понемногу. Вот, и болели и ноги, и хондрозы. Ну, сейчас основной мой вид спорта – это большой теннис. Про гимнастику, ну, шпагат делаю. Ну, шпагат, березку, там все вот эти упражнения. С самого утра часовая разминка. Вот. Все, я начинаю себя массировать. Вот перчатки одеваешь такие рабочие. И вот начиная с пальчиков ног, и идешь выше, 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 так. И как прогладишь все, уже крошка немного начинает курсировать сильнее. Вот. А потом уже начинаешь всякие упражнения. Потом пока занимаешься и в ванну набираешь одну холодную воду. Ага. Ну, сейчас я себя чувствую как 30-летний. Не, 88, 30-летний я.